Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает о важности вакцинации домашних животных от бешенства. Процедура бесплатная и безопасна для всех питомцев. Иммунизация является единственной действующей мерой профилактики смертельного заболевания. Вакцинируя питомца от бешенства, вы также защищаете жизнь и здоровье своей семьи. Врачи используют отечественный препарат, который есть в наличии в каждой государственной ветеринарной клинике Подмосковья. Прививать питомца необходимо не менее раза в год. Записаться на прием к ветеринару можно через региональный портал госуслуг.